Что делать, когда последняя надежда угасает? Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден, или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой. Вместо него пришла буря, чудовище и непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесы. Пускай сам дракон мертв, но, боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Всем привет, всем привет! С вами Шмыга на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру. В игру под названием Remnant from the Ashes. Да. Собственно, новая игруля. И посмотрим, что здесь и как здесь. Судя по скринам, чтобы присесть, Alt. Блин, а почему такое плохое управление? Почему Alt? Всегда в играх был Ctrl или C-шечка. Почему здесь Alt? Чтобы атаковать в ближнем бою, нажимаете левую мышку. Чтобы атаковать в ближнем... Понятно. Чтобы подобрать на Е, настройка из красного щавеля. Расходим предметы оказывают временный эффект, и можно найти по самостоятельно, либо приобрести у торговца. На один расходим предметы автоматически наряжаются при условии, что ячейка в рюкзаке не занята другими аналогичными предметами. Что вызывает снаряжение? Понял. Так, Space-то у нас, значит... Чтобы восстановить здоровье, нажмите один. А, у меня нет здоровья? А, у меня нет здоровья, да, смотри. А, значит, 30 секунд будет действовать это говнище. А я бочки могу разбивать? Там будет какой-то прикол или нет? Опа! Кто-то? Кто-то? Ты кто? Space это так, понял. Ну-ка, давай попробуем. Опа. Ах ты собака, тварь. Пошел ты на. Все. Выносливый, значит, у нас есть две шкалы. Это здоровьешка и выносливушки его. Не получится туда пройти. А, вот там получится пройти. Все, понял. Ой, ёб твою мать! Напугало. Две штучки теперь, да? Так. Две штучки уже убили. Теперь что у нас? Так, там до хрена всякого говна ходит, да? Спрыгнуть могу, дверь открыть могу. Не, не могу. Ты подпрыгнешь ко мне? Или нет? Блин, ХП, смотри, сожрал меня. А, я бегать умею, все, понял. И как он мог попасть, если я в этом же? Я же вниз упал. Ну, в смысле, в этом. А, бег тратит выносливость, забыл. А, выключи. А, по кнопке работает бег. Все, понял. Так, паркура здесь нету, как я понял, да? Паркур! Паркур, паркур! Паркура вроде как нету, да? Это хорошо. Или плохо, не знаю.
Прыгнуть я просто могу немножко прыгнуть, чтобы... Тихо. Ты кто? Ты сильный, типа, самый из них? Опа. Да, но я только по карте могу проходить, в принципе. Ай, подожди. А у меня только одно оружие, да? Вот этот мечарский. А подожди, а что там было? А, я там был, да, извиняюсь. Так, а вот что он на меня смотрит? Хорош. Так, ну хпшки мало пока, да, у меня? Так, хорошо. Пока похоже на этот. Помните, мы играли Fate to Silence или что-то такое вроде, нет? Да, я никак не могу попасть, ага. Да, но карта, то есть тут чисто прямолинейный, значит, ход. Открытого мира нету, но, в принципе, я... Ну, как бы, а зачем? С другой стороны, да? Нету и нету открытого мира. Тебе он зачем? Опа, доставочку. Посмотрим, что тут кто-то берется за нас, да? Сейчас его убьют, что ли, или нет? Нам... А, кстати, здесь есть кастомизация. Можешь под себя выбрать любого персонажа, который тебе... Блондин, брюнет, женщина, мужчина там. А что ты не помогаешь-то, братан? Держись, слышишь? Не знаю, слышно вам был... Его голос или нет? Просто, по-моему, как-то странно, короче. Ну ладно. Ну блин, а он умер уже, братан. Ты очень медленно бежал. О! Кто это такой? Это типа сильный противник? А, это просто много противников. Это очень много противников. А как я с ними буду бороться? У меня же нету блока. О, это кто такой? Что за мелкий упырь? А откуда они все приходят, эти штуки? Где их логово, интересно? Не, а что за мелкие упыри? Что ты выживешь. Привет. Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Блок 13. Здесь безопасно. Может, это единственное безопасное место. Я Уоллес. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. О, командир Форд. Она здесь главная. О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... А, ладно, забудь. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Увидимся. Так, значит, здесь мы можем разговаривать. Здесь какой-то есть диалог, который я совсем не понял. Два раза выбираешь второй вариант, и типа все нормально. Лейтенант Эвелин Седер, одна из семи выживших, сумевших покинуть Атл. Нам пришлось покинуть блок 16 и отступить блок 13. Все остальные мертвы. Хасгард, Невилл, Грин, Паркер, Маккензи. И все они погибли. Мы единственные...
Мы единственные, кому удалось уцелеть. Корень напал и на блок 13, повсюду останки людей и корней. К счастью, корень по какой-то причине отступил. Это место заброшено, спящих больше нет. Именно для этого сюда и явился корень. Не знаю, почему я так решил, но я в этом уверен. Корень и спящие как-то связаны. Это я словно чувствую это. После убийства спящих корню незачем было тут оставаться. Капитан Форд, полагаю, теперь да уже командир. Сказал окопаться здесь, пока мы не продумаем наш следующий шаг. Он поработал с кристаллом, чтобы ничего не смогло последовать за нами с Атолла. В это место есть всего несколько входов. Думаю, мы сможем защищать его столько, сколько потребуется. Черт, жарко выдалась Ханука. Апрель 69, прошло несколько месяцев, и мы получили... Так, я не буду читать все, вы чего? Не-не-не, хорошо, да, я понял. Там, короче, история какая-то. Это типа, знаете, из Властелина колец. Когда он читал... Гимли читал перед колодцем книгу. Так, ну пойдем. Значит, начало обычное. Пойти встретиться с капитаном. Вот он, капитан. Здорово. Кэп, здорово, Кэп. Так-так, вы очнулись. Ну и заварушку вы устроили у ворот. Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой души. Или вы рассказываете, что там делали, или отправляетесь к корню. Эй, я пытаюсь добраться до башни острова. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Что я могу сделать? Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Где реактор? Реактор быстро расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. Потому что больше не хочу терять своих людей. О, классно. Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Фига такая. Внизу, спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Классная такая бабёха. Типа, задание-то вообще легкотня. Ну, там уже как бы умер один. Но задание легкотня вот до сих пор, да. Ну, просто нужно там... Чё? Так, где этот Рикс? На-на-на-на-на, мистер Рикс. На самом деле, похоже на метро чем-то, да? Нет, не напоминает вам немножко метро? Здорово, ты Рикс? Привет, рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Это ты мне помог? Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Твой меч, он... пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. А вы чё меня все шмонаете-то? То одна, один туда, ты... Не о чем говорить. В смысле? Я тебя сейчас это, слышь? По щам дам. А чё, только кулаки у меня есть? А где это Эйст? Она, скорее всего, ее нету, она ушла уже, да? И мне нужно за ней, типа, идти, я сейчас там найду оружие. Найду. Где Эйст? Алло, пс-пс. Это ты, Эйс? Нет, ты не как... лучшее время для визита в блок 13. Слышь, ты мне паучи еще. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Вот давай, эта дверь? Держись там. Сам держись. Директория, что там?
Нет. Ну, получается, без оружия пойдем. Ну, а как? А, подожди, может быть здесь? Во! Если все это просто глупая шутка, я... О, она. Оно. На... Попал. Что? Чтоб тебя, я чуть... У меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. Эйс Катерил. А ты? Да? Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? Ну, эта штука будет чертовски шуметь. Это надо иметь в виду. К счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла... Но кто знает, что за твари бродят вокруг. Но раз мы вдвоем, может, и справимся. Да, оружие, дай мне, слышишь? У меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Погоди, сейчас поищу. О, тут еще и класс есть. Охотник, охотник мастер боя на дальней дистанции, владеет сверхточной охотничьей вилой. Отступник, специалист поддержки боя на средней дистанции, вооруженный мощным стволом, это же совсем не то. Утильщик, утильщик по холодному оружию, бою на блин. Не-не-не-не-не, мы будем за охотника играть. Вот так. Это нам поможет. Пора запускать реактор. Нажмите. Хватит терять время. Тут еще есть таланты. Слушай, подожди-ка. Текущий уровень выносливость. Мастер теней. А, 0 очков талант, все понял. Так, значит. Нет, подожди, а как мне. А как мне оружие? Пускать реактор. А. Хватит терять время. Я понял, не ори. А, подожди. А, бли... а нож. Как мне выхватить нож? Я забыл. Да, ладно, забей. 9 патронов у меня. Так, вот кнопку. А, ну сейчас полезут, я понял. Я сейчас все сделаю. Не ссы. Так, погнали. Ой, нет! Нужно было зачем я это сделал? Так. У нас гости. Где, где, где? А! Ей нужно помогать вообще, нет? Я держусь, мне вообще нормально. О! Чё выпало? Что-то выпало? Чё выпало? Лом какой-то. Тут еще и можно будет... Тихо, где? Куда? Где? Стопа? Где? Блин, что-то я в голову не могу попасть, ни хрена. На шара какой-то, да? Тут еще и можно, короче, крафтить что-то будет, да? Прикольно. Ой, вообще по красоте в головешник прям, да? Так, лом собираем. А пистолет как у нас стреляет? Ну-ка. Так, пистолет за 3 патрона убирает, да? Лома не выпал нигде? Выпал. Выжили.
готова. Еще и тебя спасла. Эй, не вешай нос. Мы живы, питание включено. Все не так плохо. Давай, поспеши к Форд. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку. Уверена, помощь тебе не помешает. Так, хорошо. Так, подожди, а там были патроны. Эй, алло. Тетка, слышь, тетка. Я не очень понял, то есть вблизи я просто нажимаю... Как это происходит-то? Как он мечом-то своей мачете рубит? Типа, я просто вблизи нажимаю на кнопку, и он рубит. А, вот они, патроны мои, так видите? Что, больше ничего тут нет? Я правильно иду, да? А, ну да, да, да. Так, теперь мне нужно к Форду, командиру, и, значит, чтобы она мне дала там опыта какого-нибудь. Такого. И патроны мне нужны. Да, без патронов, куда я без патронов? Ну, в принципе, так нормально, нормально, да. Хорошо, что здесь стало посветлее. А, это мистер Док, наверное, нет? Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Моя миссия важнее любых рисков. Да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы... Не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Главный герой не разговаривает, да? Мне просто нужно выбраться. Ну, не волнуйся. В конце концов, судьба и тебя найдет. Вот, пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Говорят... Эта безделица отгонит даже смерть, хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень тебе подарок. Береги его. А вы что так добр со мной, а ты? Потому что остальной мир жесток. Должен же быть баланс. И еще. Интересный баланс. Эллен, ну, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. А спроси-ка ее об основателе блока 13. Не лучшее время для визита в блок 13. Драконье сердце восполняет потери на здоровье, после нескольких применений предмет лишается целительной силы. Заряд драконьего сердца пополняется во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Использовать это драконье сердце через кишечник. Хорошо. Значит, разболтался-то мужичок-то, а? Я ему и не давил, как бы, никуда. А он взял и разболтал все вот так на раз-два. А слушай, у меня здоровья-то какого хрена так мало? Так, это тетка. Так, мне нужна тетка. Пойдем. Пойдем к тетке. Завершаем заданица. Заверш. Да? Она же здесь? А, да. Здорово. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Полагаю, он сказал, что я вам помогу? Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен... Я хочу помочь вам. А мне пригодится любая помощь. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Ну вот эти вот походы опять. Туда зайди, возьми. Вы бесите. Дайте уже, я хочу побегать, постреляться. Я хотел... А что там такие мелкие зубастые были с мечами? Вот, хочу с ними постреляться. Слышь, дай мне снарягу, дай. Привет. Спасибо за электричество. Форд рассказал о твоей помощи и приказал подготовить тебя к вылазке в город. Ха, возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Слышь, да ты бесишь, ты же сказал, что не это. Рикс улучшит ваше оружие и броню, если принести ему найденный или полученный за убийство врагов материал. По мере улучшения оружия и брони вы сможете давать отпор все более сильным противникам. Понятно. Используется 150 какашки, а я 200.
И зачем? Надо было тут лучше. Да? Ну а, нет. Что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищает. Хоть и мелочь, а поможет. Не если так уж плохо, что Форд. Мы бы давно погибли. И она помогает людям вроде тебя. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Маккейб может помочь тебе усилить снаряжение. Но говори с ней только по телу. Она не любит болтать попусту. Так, поговорить с Маккейб. А, подожди, на С я могу проверить свою снарягу. Плюс тут еще есть какие-то кольца, да? И амулет. Понял. Прикольно. Здорово. А как с тобой поболтать? А? Так это о тебе говорила, Форд. Только дармоедов нам не хватало. Каких еще дармоедов? У нас своих голодных ртов хватает. Зачем тратить припасы на кого попало? Думаешь, их легко достать? Жаль, что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер, а ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. За плату. А теперь проваливай. Меня утомил твой трёп. Да-да. Так. Модификацию какую-то. Модификация используется для усиления стрелкового оружия. Становимся модификаторами, будем зарядить его, нанося урон врагам выбранным оружием. Когда индикатор зарядки будет заполнен, нажмите F, чтобы модификатор. Далее. Некоторые модификаторы активируют сразу, другие делают доступным дополнительным. Чтобы заменить... Так, открываем мы этот... персонажи. Понял. А, понял. Что он делает? Метка отмечает для заклинателя и его союзников всех врагов в радиусе 40 на 60 шансов. Нельзя. Нет, вот. Остановить вот. Ну блин, а как снять мод? Вернись. Назад. Все, понял. Вернуться. Как, да, командиру Форд. Погнали. Погнали к командиру Форд. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают свое дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. Ну, надеюсь, этого не случится. Что значит надеешься, ты? Старуха, ёпти. Надеется она. А если я подорвусь, а? Что будет? Так, подожди, я так и не понял, как работает этот? А подожди, а три? У меня было их три, у меня теперь будет их два, типа? А куда мне надо? Мне надо спуститься вниз? Это терминал. А, вот он здесь, да? Так, мы открыли вот эту дверь. Не, не понял. Чё мы открыли? А мне, может быть, на компе надо что-нибудь? Доступ... Чтобы нажмите, нажмите любую кнопку. Доступ разрешен. Загрузка датла, журнал, диагностика, загрузка далта. Датла или датло.
Тами. Камень. Что за камень? Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем блока 13. Когда Корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся Корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. А тебе осталась какая-нибудь информация о Корне? Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады.